стенах уютного Центра культуры и досуга имени Александра Сергеевича Пушкина на открытом городском фестивале детского и молодежного творчества «Докучаевск зажигает звезды». Открыл фестивальную программу победитель открытого республиканского конкурса детских песен имени Пляцковского образцовый хор «Лира» музыкальной школы имени Переяславских, художественный руководитель и дирижер Светлана Жукунова, концертмейстер Лала Сандрян. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать еще раз. Вы знаете, хочется, чтобы сегодня для наших детей, для нашей молодежи, которая является строителем молодой республики, молодого государства, ваши аплодисменты были действительно щедрыми, искренними, яркими и продолжительными. Тем более сейчас я с огромным удовольствием хочу пригласить на эту сцену самых маленьких участников сегодняшнего фестиваля. Им по 4 года, друзья мои, вы только представьте. Встречайте, для вас поет вокальный ансамбль «Малышка». Страна Вообразилия. Thank you.
Зачем вам не звездочка? А мы продолжаем фестивальную программу. Наши дети и играют, и танцуют. А сейчас под ваши аплодисменты. Аплодисментов не слышно. Александра Баркалова. Я знаю слово.
Росинка, руководитель Елизавета Внукова. Встречайте. Танец снежинок. Thank you.
название «Водоверь», только это уже старшая группа. Руководитель Ольга Левада. Встречайте на сцене образцовый вокальный ансамбль «Водоверь». Святая Рать, иконы и хорунги над полками.
Нам не впервой родную землю защищать от всякой скверны русскими мечами. К тебе придет победа, наш Донбасс, непокоренная земля.
мечтаете, дети Донбасса? Чтоб жизнь стала мирной, как прежде прекрасной. Чтоб больше не слышать, как рвутся снаряды. Чтоб мама и папа всегда были рядом. Чтоб было не страшно играть на площадке. И чтоб со здоровьем все было в порядке. Чтоб край наш хранил и берег сам Христос. И мир на Донбасс нам в подарок принес. Я хочу, чтобы в теплом, цветущем апреле, в новой жизни, где больше не будет войны, в торжествующем марше скрипели качели, отмечая победу донецкой весны. Чтобы ангел-хранитель над городом нашим вечерами выстраивал звезды для нас, словно символ того, что нигде на земле нету краше, чем родной и любимый наш свободный Донбасс! И приятно нам под небом синим, мирным, дружить, трудиться и расти. Мы обещаем, что поможем Донбассу мирным вновь расцветать и вновь цвести. Фестиваля на сцену гостя нашего фестиваля. Вокальная студия «Войс», город Донецк. Для вас поет Ярослав Стрюц, Новороссия. Новороссия, русская земля, мы в империю верим с новой силой. Новороссия.
сделали птицы. Поет Екатерина Панихина. Печальной будет эта песня о том, как птицы прилетали, а в них охотники стреляли. Образцовый ансамбль танца «Росинка», руководитель София Внукова. «Вечер, матушка». Thank you.
сцене Кристина Куталина. Совершите чудо!
продолжает программу фестиваля. Замечательный молодой человек. Встречайте, Никита Горчевич с песней «Королева красоты». Плесни, я люди, мы все мы.
Thank you.
года. В сегодняшней концертной программе принимали участие лучшие представители художественной самодеятельности, художественного творчества города Докучаевска. Они перед вами на сцене. Аплодисменты! А начать я все-таки хочу с наших замечательных гостей, потому что Докучаевск всегда славился своей красотой, чистотой, теплотой, открытостью людей и гостеприимством. Мы очень рады, что та ситуация, которая происходит у нас на улицах, то, что мы слушаем по вечерам уже и по утрам и днем, не испугало наших добрых товарищей. Приехали к нам гости из города Донецка, они являются изюминкой сегодняшней программы. Мы всегда рады гостям и хотим поблагодарить вас еще раз аплодисментами и вручить наши дипломные подарки.
Диплом награждается за участие в открытом городском фестивале детского и молодежного творчества «Подключаясь, зажигает звезды» Антоненко Карина. Дипломом и памятным подарком. Наш друг Стрюц Ярослав. Вероника Телепенко. И Марина Черная. Да, вот Валентина Сергеевна хочет добавить. Руководитель Анастасия Плядун аплодисментами, когда они ехали к нам сюда, у них спросили, ну наши же жители, друзья, вы не боитесь, я как-то отвечаю. Она говорит, я не боюсь, я сама живу возле аэропорта. Диплом за участие награждается Александра Маркалова. Елизавета Внукова, Кристина Куталия, Виктория Лысенко, и Олеся Сташенко. Дипломом за участие в фестивале «Подключаясь, зажигает звезды» награждается Елизавета Веремеева. Юная скрипачка, да. Вот она. Екатерина Паникина. Екатерина Циферова. Никита Горчевич. Ну а теперь коллективные награждения, ваши аплодисменты, ну скажем, возрождающемуся коллективу. Это образцовый ансамбль танца «Росинка». Руководителя мы вручаем подарок, участнику этого коллектива. До новых встреч!